WhatsApp, а тебе типа коллаба Никогла и Ван Гаг. Ой, блядь, нам не так... Ну они они просто ебать и они не понимают то, что вот они дроны дадут, блядь, к этой хуйне, привяжут, блядь, гранату и отправят куда, хуй знает куда, может убьют военного какого-нибудь. Он против того, чтобы Украина защищала свои территории. Я, в общем, против убийства людей, я их осуждаю, да. Если войну прекратит Россия, то не будет войны, если войну прекратит Украина, то не будет Украины. Может они убьют просто обычного человека, может просто граната взорвется рядом с дроном, когда они будут цеплять. Типа, говорит, убьет какого-то обычного человека, при том, что российские войска, оккупанты убивают мирных жителей на территории Украины. Блять, вот он в натуре этого не понимает. Как он, блять, после этого спать может? Говорит какую-то хуйню, типа, при чем тут не понимает, спать не может. Ты делаешь благое дело, ты защищаешь свою родину. Помогаешь убийствам, это не благое дело. Он вообще не понимает, чьи войска пришли на чью территорию. Он такой, типа, блин, не надо убивать всяких маньяков и армию Путина, которая пришла убивать и насиловать украинцев. Я против убийств. Что за нахуй. Как говорит, каша не контрится. Смотрите, сидит, агрится, злой, вышел на эмоции. Чел явно не прав. Смех, защитная реакция. Ну ладно, тогда он прав, тогда Украина полностью права. Тебе нечего сказать, ты сливаешься, ты просто иронически принимаешь точку зрения собеседника, и тебе как будто нет надобности ее опровергнуть. Сука, какие мр***, просто, блять. Дайте мне просто пульт от ядерки, нахуй. Какую-то хуйню несет, если честно. Какую-то хуйню, ну вот, я этот да, которые за войну. А я за я за войну. Заранее ставит аргумент сам себе, чтобы его опровергнуть. То сказал, что он за никто так не говорил. Это так цинично кричать про пацифизм, когда в мире происходит такое.